особенно где-нибудь на фиш-сервере. На чем? Фиш. Это корейский такое? Сервер. Собственно, из-за того, что сейчас ICCAP как бы менее популярен, да, ну, все-таки стала менее популярная игра, на рангах где-то на уровне B, A, очень сложно найти оппонента на ICCAP. И очень многие предпочитают фиш, корейский сервер. Там, правда, нужна хитрая регистрация через корейский прокси, то есть якобы ты кореец, но все это очень легко обойти. Ясно. А что насчет лагов там и прочих неприятностей в игре? Аналогично ICCAP-овскому лаунчеру, то есть это LAN latency. В принципе, если у тебя нормальный интернет, то, как правило, проблем не возникает. Ясно. Ну, это здорово, на самом деле. А сколько я знаю, Ларго очень активно там тренируется. Ларго — это у нас Терн, а Лангерман — это, да, он Зерг. Он всю жизнь играл Зергом. Я думаю, он еще играл в то время, когда играл Android. Это год 2003-2004, ну и как бы вот изредка выходит на ланы выступить, тоже интересно. Кстати, а где сейчас Android, интересно? Android заканчивает MBA, вот, соответственно, он уже, ну, как бы совсем не играет 2007 года, 2008 это точно, вот, и он больше нацелен как бы на бизнес, чем на игру. Понятно. То есть решил вообще полностью забить киберспорт, да, и на прочее, несмотря на все свои увер-достижения и так далее. Эти достижения относительны, да, потому что как бы, ну, у него есть возможности больших достижений, поэтому, собственно, он их и выбрал. Ясно. Ну что, пожелаем ему удачи. Вот, его новых начинаниях. Ну и вообще всех начинаниях, которых он... Варга начинает, в принципе, стандартную тему. Это барак, саплай барак. Ламерман тоже вроде бы ничего пока хитрого не делает. Это будет, я подозреваю, обычный 12 хач. Тут небольшие плевалки. Тоже ничего серьезного. Да, так... попытка покалить. Да, 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 напрягают опа немножко друг друга. В принципе, очень правильная политика. Вот, Зерк тем временем спокойно выезжает, ставит себе 12-ю или какую там хату. 12-ю, да. У него уже есть второй овер. И как раз рабы на базе, то есть это 12-я хата. А вот то, что, кстати, я тут видел, ну, у меня 4 ЗВП практически подряд в комментариях попалось. Но то, что Зергом модно сейчас играть через 9-й пул со скоростью и пробегание мимо ЗВП. Оверпул, 9-й пул, да, в ЗВП сейчас очень стало популярно, потому как протосы перестали играть в old school, как, допустим, Фингер, да, это, допустим, два барака и выход в эксп. И играют через фаст. Да, через фи, и, соответственно, если ты пробежал, то у тебя зергом получаешь хорошее преимущество. Соответственно, его потом реализуешь. Ну, у вас СК2 сейчас тоже народ так постепенно к этому делу приходит. Вот я к этому делу лично пришел уже давно. Ну ладно. Забьем мы на эту тему. Сегодня у нас он old school party, так сказать. Вот, 10 лет клану CMX. Вот, спасибо за это. Тебе, Брайан, кстати, за организацию. Тебе тоже спасибо за предоставленные призовые. В общем-то, что у нас сейчас происходит? У нас до третьего хэтчери Зерк поставил газ, который активно собирает. Я подозреваю, что да, лейер, это да, будет ранее мутаз двух хэтчей. Да, и все это видит тиран своим рабочим. Сейчас вот только сейчас вылезут 4 собаки, которые эту сивишку покарают, не дадут и спокойно жить и уезжать. К сожалению, мы не можем увидеть заказанные апгрейды, да, поэтому мы не знаем, насколько есть там спид, но по стилю МЦА, учитывая, что это довольно старый стиль игры, которому уже порядка 7-8 лет, я подозреваю, что там заказан мув. Вполне вероятно, достаточно рано собирался газ, соответственно, газа у него будет достаточно для того, чтобы заказать скорость и для того, чтобы... А вот и посмотри, игра, да, ранняя люра. А может это обманка? Знаешь, при таком раннем газе и при таком стиле игры не исключен люродроп на медленных оверах. Да, а не вижу я себя. Более того, смотри, Ларго очень эффективно защитился от возможных фаст-собак, то есть он тоже осведомлен о стиле МЦА. Тут стоит так очень стратежный саплайчик на у себя дома. Не слышно, что говорят. Стримеры. Я думаю, мы сейчас решим этот вопрос. Я отлучусь, да, и дам мега наушники промышленные, которые, собственно, все решат. А мне видно. Вот, на самом деле было вот тут на одном из турниров в Питере очень интересный эпизод. Ну, опять же, прошу пардона, уйду я в СК2. Да простят меня собравшиеся здесь. Вот, когда
собственно, был турнир в рамках выставки Дикон, и там просто лоб-зона и игровая зона были совмещены, и проектор был расположен так, что игроки одного ряда спокойно могли в этот проектор смотреть. Вот, а то не говоря уже о том, чтобы слышать. Так, ну что, у нас возобновляется игра, видимо, решили ребята то, что... Видимо, решили, ребят, что ничего страшного, как бы я ему дам плюс там с каким-то мапхаком, я, говорит, могу видеть, а я могу слышать, мне этого достаточно. Ну или ладно, посмотрим. Решим, надеюсь, мы как-то эту проблему, думаю, что в таком замечательном месте, как Барикс, у нас будет возможность, будут технические возможности для устранения подобных неполадок. Вот, так что я думаю, что все будет в порядке. Отменяет у нас бункер здесь с несколькими собачками. Проблема в том, что звук с моих наушников он громче, чем с твоих. Звук с твоих наушников громче, чем с моих? Это ты сейчас оба уменьшаешь. Да. И там подключится другой аккумулятор. О! Ладно. Ну да, пожалуй. Леш, наверное, точно лучше, чем я. О, поприветствуем. Это у нас Репс Гогна. Ой. Все, теперь штрафная. Да, наверное, я что-то не то перебрал. Кто ты у нас? Я... If you. Ну или просто I fuck you. Спасибо, Кэр. Так, собственно, что у нас происходит? Я только что подошел, поэтому... Расскажи, что здесь происходит. Что у нас здесь происходит? Здесь у нас играет Ларго и Лагерман. Вот, Ларго у нас играл стандартно через барак на базе. Вот, Лагерман у нас поставил 12-ю хату. И, собственно говоря, достаточно быстрый лейер, то есть без третьих хэтчиков вышел в Тетралис Дэн. Ну, то есть, вот, так скажем, по олдскульному. Да, полностью себе олдскульно играет. Вот сейчас здесь идет выход от Ларго. Почему у Зерга вроде как ничего нету, делается одна санкинг-кол, одна даже крип-колони, которая сейчас мутирует санку, и ничего кроме этого. А ну, вот два люра. Только что доделалась люра, просто нет у нас опс-мода, поэтому я не видел, вот, насколько процент готовности вообще апгрейдов, и вообще, что там у Зерга делается, где... Кстати, очень хитро стоят люркеры, они под оверлордами, то есть... Да, можно было сейчас закопать просто под оверами, оверов поставить на холд, и когда у нас тиран ломанется, он может при скане не заметить то, что здесь есть люра. Да, именно. Нет, ну видно, в общем-то, здесь все прекрасно, но можно было спокойно сделать так, чтобы не видно не было ничего. Ну, Ларго тоже не стал рисковать и просто запер зерга. Тем самым, когда Зерг будет выбираться, он будет hit and runs. А смотри, вот здесь вот люди подкопались, где-то сбоку ходят сейчас до ветра. Ну, будут они скинать дистанцию бункер. Вот, интересно, дальность вот на каком прогрессе? Потому что здесь самое главное тирану сделать дальность. Нет, видимо, пока еще дальности у тирана. Здесь у него инженер, но инженер, по-моему, ничего еще не заказано. Он должна намекать. Я, конечно, не очень сильно ушку, но в мои времена тоже так играли. Это типично выводится 2-3 гидролица. И у себя ставится санкин, 2 и тоже 1-2 гидрала, которые морфируют уже в люркеров. И, собственно, когда тиран выходит, то поджимают двумя-тремя, либо вообще не дают экспанзии. Потому что раньше все-таки немножко по-другому. Вот, смотрим, да, доделывается дальность. И убирается сейчас один люркер, остальные просто отходят, сделают, кидается скам куда-то к зергу на... Куда-то к зергу на... Вот, куда мы не видели. У зерга уже, кстати, достаточное количество люров, энное количество собачек. Это блок его, и по понятным причинам держит. Да, с импактом мгновенно реагирует закопка и просто сейчас может, наверное, Ламерман побежать вот этими всеми дурами на базу к Ларго. А здесь нужно построить еще собак, чтобы окружить. Потому что если голыми люркерами вот так вот выкапываться, перекапываться, то даже сколько там, 6, на 6 маринусах можно потерять достаточно много. Да, не будет, видимо, рисковать Ламерман этим.
Мог, кстати, он, наверное, в обход вот здесь побежать вот таким вот макаром. А там на 12 часах СКВ-шка палит. Ой, СКВ-шка-то она палит, но все равно можно было бы попробовать побежать. Вот да, даже заказ собак у нас прошел. Вот и пошло войско сейчас тираны. О, пошло войско сейчас вперед. Закапывает он так вот сочно плюет. Убивает весь этот отряд и спокойно может двигаться теперь к базе Ларга. У Ларга-то интересно, готова осада или нет? Нет, осада еще не готова у него. И придется ему потерпеть. Скажу я то, что критическая масса зерга. Он может сейчас просто зайти и сейчас просто на два буря ломануться спокойно, закопаться и будет получать рано беда. Забегает сейчас Лёртер, часть у него будет делать, побежала не туда, сейчас закопался в темноту, побежался, лопается один Лёртер, есть ветка. И всё? А только, да, и в общем-то и Фей пробивает сейчас тиран озерк, и... Нужно пробить, уйти, дальше уйти. Да, и нужно будет сейчас озерк просто подниматься, нету осады у танков, и будет она, походу, еще не скоро. Вот как раз поднимается. Поднимается сейчас Лёртер, закапывает, сливается. Вот, а вот доделывается осада у танков, и... Вот здесь должны собачки прибежать. И здесь нужно, либо туда, либо сюда. Есть уже один весель, то есть, соответственно, есть уже вечная прослежка у Терана. Убивается танк, убивается второй, так нужно добьет, ну, добьет он сейчас третий. Один на один. Нет, не добьет, наверное. Не успеет добить сейчас третий танк, сейчас бьет. Но забегает еще целых два люра. Убивается танк, убивается Лёртер сразу же. И здесь уже просто достраивается бункер наверху. Закончились Лёртеры сейчас у Лёртера. Одни голые собаки здесь, конечно, много не нарешают уже СД. Да, причем они бегут просто. И вот поднят до этого помочь. Хорошая, очень хорошая была атака сейчас от Зерга. Мог он спокойно завершить партию вот в этом. Ну, я бы сказал, не прям спокойно, но да. Мог он сейчас завершить партию. Вот, здесь ночью, видно вот то, что не хватает ходил. Практики. Вот именно до заказа собак, которые прибежали очень поздно и не в большом количестве, именно вот это и решило бы исход. Но, к сожалению, Лаймерман, наверное, как раз, смотрите, а здесь на мэне-то мы не увидели, там, наверное, был дроп на мэне-то у зерга. Дроп на мэне зерга? Ну, ну да, да-да-да, походу. Я потому что только с микрофоном, не заметили бы, наверное, это. У нас бессмертный Марин, и Ларга пишет. А, не, Лаймерман пишет. Да, Ларга конечно, Лаймерман, просто мы даже не заметили. Если бы мы сейчас этого и до сих пор не увидели бы, то и не поняли бы, почему. Да, да, да. Распалить, к сожалению, немножечко этот момент.